Ты Всем плюс ноль. привет, ребята, это шахматный камбэк на личесе. Да, и поскольку Кирилл очень долго вступает, мне пришлось сделать ужасный ход f4. Ну, как-то люди противятся камбэку, ты чувствуешь? Ты Давай, даешь, это не берут. называется «Играй на предходе». Покрепче. Почему не c4? Нормально. Пешку защищаем. Да, занеси. Ладно, ты, я думаю, без меня справишься, если честно. Так, ну, пока камбэк у нас не очень. Ну почему? У белого действительно очень плохо, очень плохая позиция. Но... Понятное дело, что не то, что от нас ждут. Ну, Но сейчас если будет. пойдешь b3, то будет уже ближе к истине. Прям под вилку. Нет, вилки. Да, конь e3, ферзь f1, все, заступай. Давай. Поехали. Как оценишь позицию? Тяжелая. Есть уже перспективки. Чё делать? Конь f6. Не в 6, но слишком рано еще. Тем более, все равно брать не будет. Ему жалко ферзя стану. Ну, видишь, он уже где-то ослабляется. Поменять коня будет ужасно. Будет безнадежен. Лучше отдадим его. Да. Без ферзя еще без пешечки поиграем. Ничего там страшного нет. Так, ну у нас отличные слоны. Грозит мат в один ход, между прочим. А как защищаться? Ладью убирай, например. И что, там ничего не будет? Там есть один труп. Слушай, ну, камбэкчик такой интересный. А, можно тут доску растянуть? Так, убрал. Шах? Можно как-то. Не помню как только. А то, наверное, зрителям будет не очень приятно. Так, Начинает опять напали на мат один. пахнуть что-то подозрительно. Так что? Начинает. Что, было Плюс спасение? 284 пункта. Стоп, было спасение? Было, я думаю. Давай посмотрим. Давай. Во-первых, от шаха точно никто не умирал. То есть никому не мешал шах, наоборот. Видишь, как удобный анализ. Только компьютер мы не будем делать, конечно. Если кто-нибудь сейчас видел черное окошко в левом углу экрана, ты не видел? Да, видел. У меня компьютер стоит на автоотключение в 2 часа ночи, но почему-то оно не работает. Я уже привык. Ну вот, компьютерный анализ, ладно, не важно. В общем, ну как, ну королеву, то есть, ну шах, предположим. Ну, во-первых, тут можно взять. Ну да. Но это будет всего лишь лишнее качество. Немножко обидно, наверное. Ну, сейчас компьютер нам может сказать, конечно. Да, на самом деле компьютер утверждает, что черный тут матует. Скоро. В 13 ходов. После d3. Король h1. А, ну да, сам g2, ладья g2, действительно, не надо шах взять отдавать. Ладья связанный, d2. Но в той позиции, где черные матовали в 13 ходов, они получили мат в 1. Гениально. Всем спасибо за внимание.